Полный контакт. Мария Владимировна Захарова к нам присоединяется, директор департамента информации и печати, официальный представитель МИД России, чрезвычайный и полномочный посол. Мария Владимировна, доброе утро. Обязательно подпишитесь на телеграм-канал Марии Захаровой. Мария Владимировна, ну, как я всегда рад вас видеть. Я просто как-то, знаете, так... Просто рад. Время тяжелое, поэтому, когда хорошие люди появляются в эфире, это только повышает настроение. Что у нас там на границе с Финляндией? Что случилось с этими храбрыми парнями из Суоми? Они в чувство пришли, или они теперь считают, что как только они перекроют границу, им будет счастье? А чего теперь финны удивляются, что им будут границы перекрывать? Это им сейчас... Вот так финско-российскую границу перекрыли со стороны Финляндии. А потом в какой-то момент и могут перекрыть другие границы. И вообще могут сказать, что гражданам Финляндии лучше не покидать территорию собственной страны. Вообще никого не впускать туда. Но проблема-то в чем? Что по судьбоносному вопросу, по вопросу их будущего, это же не просто... наклейку им поставили, что это теперь натовская страна. Это колоссальные издержки для бюджета, это колоссальные обязательства с точки зрения изменения всей своей инфраструктуры, жизни, все, начиная от образования, заканчивая, не знаю, ну всем, строительством совершенно ненужных инфраструктурных объектов, участием в совершенно ненужных мероприятиях для развития финского общества, то есть обременения, которые они сами на себя взяли, и колоссальные финансовые издержки, то есть просто взятые на себя обязательства по проплате геополитических амбиций Вашингтона. Вот по этому вопросу финских граждан не то, что никто не спрашивал, а я очень... сильно сомневаюсь, что финские граждане бы сказали свое «да», если бы их об этом официально спросили. Почему я так думаю? Потому что иначе был бы плебисцит, референдум или что-нибудь официальное в качестве опроса населения. Но это же когда... происходит украинизация. Ведь точно так же произошло на Украине, когда не стали спрашивать, а включили аж в Конституцию норму о вступлении в НАТО. Именно потому что была уверенность, не то что были сомнения, а была уверенность, что финские граждане не скажут решительно «да», именно поэтому не проводили опроса никакого мнения, которое бы имело какую-либо юридическую силу. А как вы понимаете, заказные опросы, которые проводились североатлантическими, евроатлантическими институциями, мы знаем, как они их проводят. Конечно, знаем их цену. Вот вам и все.